О том, что сегодня в областном центре собрались работники ведущих средств массовой информации, говорило действительно все. Звучали вопросы для интервью от коллег по Перу и по эфиру, постоянно щелкали затворы фотообъективов, активно трудились видеооператоры. Город над Бугом на несколько дней стал своего рода центром журналистики для представителей 25 стран мира. Культурная столица СНГ, тысячелетний Брест, находящийся на пересечении Запада и Востока, сегодня площадка обмена мнениями о предназначении СМИ, а также о формате работы, который предпочитает зритель, читатель, слушатель 21 века. Это одно из знаковых событий в общественно-политической жизни нашей страны, которое направлено на решение задач государственной информационной политики. Я думаю, одной из целей этого форума – это концентрация усилий международного медиасообщества на выработку позитивных взглядов на то, что происходит в нашей стране, на открытость и чистоту нашей внешней политики, которая основана на принципах добрососедства, взаимопонимания мира. Международный медиафорум – событие не просто знаменательное, уникальное в своем роде, еще и потому, что впервые за многолетнюю историю оно проходит не в столице, а в регионе. Брест знаком людям своей героической историей и военным прошлым, и эта слава за ним закреплена на долгие годы. Но не только мужеством известен город. Сегодня Брест многофункционален и имеет большое количество достопримечательностей, которые раскрывают его с другой стороны. Город инвестиций, город мастеров, город творчества, город добрых, открытых и очень интересных людей. И это еще одна сторона его большой судьбы, которую расскажут после медиафорума. Форума своим согражданам представители СМИ других стран. По мнению мэра города Александра Рогачука, такие мероприятия позволяют разрушать существующие закрепившиеся стереотипы, тем самым формировать новое восприятие стран. Объективные центробежные силы делают нас дальше друг от друга, и в этом контексте какая высока роль именно медиа. Находить ту базу, которая нас объединяет. Поэтому для нашего города особая честь принимать именно вас, уважаемые представители средств массовой информации. То, что сам по себе город Брест уникален, это, по-моему, априори, это очевидно. Мы стараемся диверсифицировать привлекательность нашего города по разным направлениям. Конечно, имея в виду основное, как город мужества. Вместе с тем, город идет тысячелетию в рамках распоряжения главы государства. Инвестиции в наш город составляют, исчисляются сотнями миллионов долларов в эквиваленте белорусских рублях. И мы хотим позиционировать наш город как современный город, развитие которого олицетворяет в целом развитие Республики Беларусь. Работа форума разделена на тематические секции, в рамках которых участники медиамероприятия смогли обменяться мнениями по актуальным вопросам развития СМИ сегодня. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.